все учебники истории, а их 600 зарегистрированы Министерством образования, они все написаны на иностранные гранты. То есть, как это делается? Министр образования, который в России был всегда агентом Соединенных Штатов, агентом влияния США, это вот они понимали, что образование, воспитание – это главный механизм оккупации. Ну, такой вот, холодный. Поэтому в сфере экономики от них агенты работают в основном, потому что для всего государства агентов не хватит. Значит, готовить их надо. Ключевых постах. Да, вот ключи – это образование, воспитание, миграционная политика, финансовая сфера. То есть центральный банк. Центральный банк – агенты США напрямую, управляет всем просто напрямую. И в Министерство образования тоже. И весь все кураторы министерства, вице-премьер Голодец тоже, скажем так, из этого числа. То есть технологически эта отрасль, туда направлены лучшие специалисты, подготовленные. Их, они с одной стороны специально делают так, чтобы из российского бюджета на учебники истории, например, не выделялись деньги. И с другой стороны тут же посольства и гранты выделяют деньги на учебники истории. В результате учиться же надо, школам учебники нужны. В результате российских нет. А есть только иностранные. Вот мы, собственно, вы просто и увидели этот учебник, написанный американцами. Ну, там, естественно, писали наши в основном, но за деньги. Под заказ, под конкретику.